Прекрасная новость для поклонников Неслихана Тагюль и Кадира Дулу. Актеры, которые познакомились и стали парой на съемках сериала «Два лица Стамбула», вновь будут работать вместе. Причем Кадир выступит не только продюсером нового сериала «Супруги», но и сыграет в нем главную роль. После объявления о том, что Неслихан Атагюль сыграет главную роль в сериале телеканала Star TV «В конце ночи», производством которого занимается компания TMC Film, поклонники с нетерпением ожидали, кто же станет партнером звезды в этом проекте. Волнение усилилось, когда стало известно, что продюсерская компания ее супруга Кадира Доулу, Алим Япым, также будет работать над проектом. Многие предположили, что, возможно, Кадир и станет партнером своей супруги в этом сериале, и не ошиблись. Как объявила известная журналистка Берсен Алтунташ, Кадир Доулу сыграет главного героя по имени Казым. Сериал станет экранизацией романа «В конце ночи» писательницы Переде Джеляль, который она называет лучшим написанным ей любовным романом. Сценарий для сериала адаптируют сценаристы Эмре Аздур и Башар Башаран. Режиссером проекта стал Барыш Эрчетин. Это история матери-одиночки Маджиде, которая сказала «нет любви» в попытке начать новую жизнь. Проект выйдет на экраны в сентябре. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.